Вы вторглись в мои владения. Я лично с вами разберусь. Разберитесь с ним. Братишка, ты? Брат. Братик? Брат, ну как ты здесь оказался? Так вот ты куда пропал после приюта. Ты хотел сказать после того, как я сбежал из приемной семьи. Вернее, как ты предал меня. Я предал? Это ты меня бросил. Да что тут происходит? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай! Ай! А ну не трогай Ксюшу! Теперь мы вас сотрем как свидетелей. Может быть, вы расскажете вашу тайну, раз вы решили нас стереть? Расскажем. Все равно историю тащите в могилу. Эта история случилась 20 лет назад. Вашей истории вы похожи на нас. Потому что нельзя показывать наши лица, идиот. И нечего меня перебивать. Понятно, моя история, как хочу, так и рассказываю. Итак. А кто заплатит за такси? Наличками нету. Ничего страшного, терминал тоже принимается, просто приложите карту. Да, ну это хорошо. Все готово, спасибо. Пока, счастливого пути. Правильно заплатила, что ли? Конечно же нет. Я даже с него деньги снял со счета в банке. Здравствуйте, мне банка. На вашем счету 5 миллионов рублей, и вы должны эту сумму банку. Че? Сколько? Никогда не был в кафе. Ну вот и отлично. Быстро берите, что хотите, и уходим. Почему быстро? Потому что будет скоро полиция. Да и доченька провода задела. Сигнализацию. А я не задела, я просто вырвала. Ну что это? Вы что не понимаете? Как вы говорите? Вы что, полиция? А не терпите? Хорошие конфеты, Дальгона. Надо запомнить. Да ты же умница! Молодец, дай руку пойму! А ты сам взял сигнализацию шокер? Конечно. А я конфетами Дальгона обезвредил бы охранника. Да-да-да-да-да, какой замечательный рассылатик! Ничего не видно, куда мы приехали? Чё так темно? Так это же это, тренировка в машине, чтоб нас не должны были видеть, мы же хейтеры. Ну, мы вроде бы приехали. Черт, она заперта! Это что, поезд? И что ты думаешь, мы правильно сделали? Да, мы же должны узнать, кто из них сильнее. Кто выживет, тот и сильный. Слушай, а если они все того? На этот случай я сделал им страховку. Нам денежки выплатят. Вот это у меня добытчик. А то. И чё мы сидим, надо бежать скорее. Поезд едет, давай стёкла разбивать. О, чёрт, моя рука. Вы чё, бронированы? Это не сработает. О, чё это?
Точно, надо что-то смастерить. Опять ты мастерить собрался? Вот что поможет. Смотри, там люк чуть-чуть открыт. Есть, я, кажется, зацепился. Помоги чуть-чуть. Да не могу я занят. Я нас вытащу еще немного. Перестань делать свои дурацкие безделушки. Да бесполезный ты какой-то, я сам... Что, нам конец? Вот! И не совсем я уж бесполезный. Это что еще за деревяшка? Как она нас спасет? Это бункер перемещения. Скорее, надо бежать. Ты куда пропал? Ну все, не стало их. Вот вы где! Ну, как ты выбрался? Вот, с помощью бункера перемещения. Ух ты! Ничего себе! Ничего? Эх, спасибо, я в порядке. Какой же ты молодец! Ты что делаешь? Подарок сестре, кукла-робот. Ты совсем надо бежать от этой семьи, а не подарки эти делать. Ты что, это же наша семья! Я твоя семья, а не они, понятно? Давай сбежим сегодня. Давай бежим сегодня! Нет, сам беги, я никуда не побегу! Ну ладно. Я сбегу отсюда, братец, но чтобы это не стало. Сейчас будет сюрприз. Вы готовы? Вуаля! Это тебе. Мне? Ух ты! Уничтожить, 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 уничтожить. Да что случилось-то с ней? Бежим, братец, прямо сейчас! Это все ты! Зачем ты испортил мою куклу? Бежим, ну же, бежим! Нет, они моя семья, а ты нет, понятно?